Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Выполним упражнение номер 13 на странице 13. Прочитайте, составьте и запишите предложение из данных слов. Давайте прочитаем группу слов по цифре 1. Золотая наступает осень. И из этой группы слов мы составим следующее предложение. Наступает золотая осень. Запишем его. Хочу напомнить перед записью предложения, что каждое предложение мы начинаем писать заглавные буквы. В конце предложения мы ставим точку, вопросительный или восклицательный знак. Итак, записываем. Наступает золотая осень. Точку ставим. Читаем группу слов по цифре 2. В берез видны желтый, листве, пряди, зеленый и лимонные. Из этой группы слов мы составим следующее предложение. В зеленой листве берез видны желтые и лимонные пряди. Записываем это предложение. В раздельно зеленой лист. Берез видны жоз буквы ё л тые и лимон две буквы н ные пряди. Предложение закончено, ставим точку. Третья группа слов. На краснеют рябины, гроздья, полянах, ярко и лесных калины. Из этой группы слов мы составим следующее предложение. На лесных полянках ярко краснеют гроздья рябины и калины. Записываем это предложение. На раздельно лесных полянках. Ках ярко краснеют гроздья рябины и калины. Ставим точку. Читаем группу по цифре 4. Развесистый роняет на дуб желуди землю спелые. И составим следующее предложение. Развесистый дуб роняет на землю спелые желуди. Записываем его. Развесистый дуб роняет на раздельно землю спелые жо с буквой ё луди. Точка. Пятая группа слов. Стаи к готовится дроздов на отлету юг. И составляем следующее предложение. Стаи дроздов готовятся к отлету на юг. Записываем его. Стаи дроз дов готовятся к раздельно отлету на раздельно юг. Точка. И последняя, шестая группа слов. А лесу в грибов появилось сколько? Составляем следующее предложение. А сколько грибов появилось в лесу? Мы видим, что в конце этого предложения у нас стоит восклицательный знак, потому что мы здесь выражаем свои чувства. А сколько грибов появилось в лесу? Записываем это предложение. А раздельно. Сколько грибов появилось в раздельно лесу? Восклицательный знак. Составляют ли предложение текст? Какой темы их можно объединить? Да,
Данные предложения составляют текст. Их можно объединить общей темой «Золотая осень». Продолжите текст, составьте, запишите 1-2 предложения на эту же тему. Мы можем составить вот такое предложение, например. Птицы уже начинают собираться в стаи и готовиться к отлету. Запишем его. Птицы уже начинают собираться в раздельно стаи и готовиться к раздельно отлету. И еще одно предложение. В это время можно насладиться последним теплом осеннего солнышка. Записываем его. В раздельно это время можно насладиться последним теплом осеннего солнышка. Предложение закончено, мы ставим точку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.